13 мая в 19:00 в галерее классической фотографии на Савинской набережной в Москве состоится открытие выставки «My Way – мой путь». В экспозицию, объединившую работы трех авторов, в разное время принимавших участие в боевых действиях, вошли произведения живописи, графики и карикатуры. Всего более 100 произведений разных жанров. На выставке будет представлена графика Рената Шафикова, руководителя творческого объединения художников «Этюд», сотрудника Одинцовского историко-краеведческого музея. Вход свободный, на протяжении работы выставки приглашаются все желающие.